Армейцы вышли в суперфинал Кубка России. Трофеи и радость болельщиков – это то, ради чего мы играем в футбол. Последний раз мы побеждали в Кубке 10 лет назад. Это будет самая важная игра в моей карьере. Мы все долго шли к этому. Я в команде с 16 года, и все это время я мечтал играть в таких матчах. Я скучал по таким матчам. Кубок должен быть армейским.